Продолжаем. Не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, решили Кейт Миддлтон и принц Уильям и провели отпуск во Франции почти бесплатно. Друзья королевской семьи обеспечили супругам комфортное проживание на курорте примерно за 20 тысяч евро в неделю. Известно, что у Кейта и Уильяма есть два собственных дома, но пара посчитала, что в гостях лучше. Накормят, напоят, окружат заботой. 10 дней герцог и герцогиня прожили у своего приятеля-магната Майкла Грина в замке 16 века на юге Франции, наслаждаясь летними деньками. Самая известная пара в Англии вовсе не нуждается в деньгах. Состояние Уильяма оценивается примерно в 20 миллионов евро. Ну зачем тратиться, если ты принц? Марти, например, чета провела 4 дня во французских Альпах. Отдых организовала мать герцогини Кэрол Миддлтон. Ну а позагорать на солнышке муж и жена решили на частном острове Мюстик. Наслаждались отдыхом они на вилле, принадлежащей друзьям семьи. Арендовать такую виллу можно за 20 тысяч евро. Когда герцог и герцогиня на острове, они не платят ничего. Их визит – честь для хозяина виллы. Паре предоставляют поваров, водителей, ну и охраняют их спокойствие. Но пока вы сидите в офисе или занимаетесь домашними делами, немного о других поездках супругов. В 2012 году Кейт и Уильям побывали в провинции Прованс у племянника королевы в охотничьем домике 19 века. Всего в их распоряжении было 12 комнат, а из окон открывался роскошный вид на горы. В 2014-м чета вновь не отказала себе в королевской забаве. Они охотились на кабанов на участке в 32 тысячи акров в Испании, принадлежащем герцогу Хью Гросвенору. Ну а в прошлом месяцы Кейт и Уильям отдохнули во французском замке на западе страны. Ну, конечно же, тоже бесплатно. Такая вот она, королевская то ли халява, то ли экономия.